Видеостудия «Фильмоскоп» представляет. Боевой план «Ландыш». Дома, конечно, русской постройки. Ну, все это немецкий, с немецким порядком. Зелень, сад. Везде, при каждом доме сады. В то же время ходит такой немецкий поезд или трамвайчик. Очень зелено. Когда-то пришли сюда казаки.
Бельведер. Маленький сад. Аллея. Вокруг ее закрытая вот такая аллея. Красивая очень. Очень все чисто. Аккуратно. Народа нет. Это, потому что безработные, нет народа, да? Поэтому стоят афиши. Он молодой человек, архитектор, и он строит этот павильон. Und ganz oben. Kannst du einen Ausblick unter den Baldachin hier? Der aber neu drauf ist. Komm zurück, mein Schatz. Komm zurück. Так. Ага. А там виднеется уже Санкт-Петербург. Да. А с той стороны Бабельберг. Штирлиц, там жил Штирлиц, да. Все, Бабельберг. Все дорожки продуманы. Вот сейчас вот покажи, Валерочка, везде вот такие вот бережнички, которые... Канавки, бежит вода. Да, по которым убегает вода, ничему не вредя. Все аккуратно. Огромный замок, очень красивый. Монументальный. И вот издалека, в общем-то, сразу и не увидишь, потому что все в лесу абсолютно. Да. А город очень большой, 150 тысяч человек живет. Центр Европы. Да. Считается центр Европы. Очень красиво. Здесь Фридрих Великий жил. Да. Там огромный... Покажи на фонтан. Фонтан. Это почетный консул Монако жил. Там же адвокат. И он там живет, в этом доме. А рядом с дворцом Бельведер. Подножие горы, на котором стоит дворец Бельведер. Очень красиво. Здесь очень тихо. Птицы зато поют. Просто... Ну, у нас О! Тоже поют чайки. Да, они у нас... И вороны. Чайки. А здесь очень тихо, очень красиво. Недалеко улица, кстати, да, где Штирлиц жил в доме. Вот. Сент-Лин ist auch eine Touristenstadt. Это вход в Санкт-Петербург. Ну, то есть, наверное... Идет дождь, люди стали здесь. Да.
Это кладбище Фридрих II. Здесь даже собака его похоронена. Пока дождь, очень много туристов. Картошка лежит на могиле, потому что он как Петр I привез ее, то есть заставил сажать, грубо говоря. Продолжаем путешествие по Сан-Суси. Все пошли вперед. Очень красиво мы идем. Мы идем той дорогой, где не очень много туристов. Нас ведет Анна. Оранжерей. Оранжерей, но оранжерей одно, это зимний им. Угу. Очень красиво. Очень много растений. Огромные деревья. Фантастично. Да. Что-то как козла забил, что ли. Да. Негодяй. Наполеон. Да. Копи. Оранжери. Рейхшросс. Вон написано. Оранжери Шлосс. Шлосс замок. Да, Гринхаус. А что-то все время. Это Василек. Ну, не совсем это Василек. Василек. Нет, да. Это у нас большой. Не забыли меня. Не забудка. Их бинный чурин. Не забудка, абсолютно. Одинаково. И в немецком, и в русском. Да. Смысл один и тот же. Это сегодня 3 мая, да? Я. Какие цветы? Зарплатка сегодня. Это старые, покрытые. Стой, тут не шевелись. Что-то надо спереди выйти. Да, покрытые таким окалиной, такой зеленый. Ножки, видимо, тут постоянно, она блестит. А что там написано? Ничего? Я понимаю, это не так. Ангель. Меркель. Вот это видео.
Also, können wir da mal fliegen. Да. Очень красиво, вот та самая, как будто здание с куполом наверху стеклянным. Мы идем, по всей видимости, сейчас вниз. Там тоже дорога, здесь все парки. Очень красиво, зелено, чисто, хотя обслуживающего персонала я видела, наверное, раз или два. Радеберг. Это пиво, которое я сейчас буду пить. А хорошо же ты еще лучше. Точно. Рекс называется.
gehen jetzt, wir gehen jetzt Tee trinken. Auch. Tee trinken. Ich bin verstanden. Не поймут, не узнают. Слушай, куда мандаринка делась? Я ее не вижу. А, во, а, ага, во. Это мандаринка, мандаринка. Да. Да, да, да. Два этих самца и одна самочка. Разыски. Какая большая. Стой, стой, стой. По сравнению с мандаринкой, она... Это кряква обыкновенной селезень. Мы тоже часть ноги набьем себе к вечеру. Очень красиво.
Warum unter Wasser? Ja, ja. Zusammen Zeit. Валентир. Такой участок. Из каких маргаритки растут или что-то это напоминающее ромашки, не знаю, как точно называется. Просто пустое место, но как красиво. Это при входе почти. Дальше огромный каштан вон там. Огромный. Их здесь много. Коридор. Да, зеленый такой. Очень красиво. Их таких много достаточно здесь. Явно ухаживают. Вот. Здесь много работает волонтеров, жителей, как дама. Ну, почернел немножко, запылился. Лютераны. Дальше будет купание. Да, термы. Фридом Кирха. Такие, как у меня. Они реставрируют что-то. Не реставратор, это какая-то этот. Нет, это реставратор. Игорь Шиштейн. Очень красиво. Это музей 300 лет, но он сохраняется. Здесь народ смотрит, все приходит. Много очень туристов. Конечно, но это стоит посмотреть, это красиво. Летом будет еще красивее, а осенью, наверное, еще лучше. Много цветов разных. Как я сейчас в Магнолии, цветов и сирени, очень много цветов. Тоже очень красиво. Вот сирень, кстати. Аккурат. 13 часов 30 минут. Да. Гюнтер уже там. О, молодец. Валера, как раз тоже в одного из входов. Да. Сан-Суси. Да. Все золотые ворота. Красиво. Дальше идет аллея как раз. Их здесь очень много, таких аллей. Людей гуляет очень много.
Продолжение следует.